Так, пест, найс. Чё, где народ-то весь? Куда попрятались, алё? О. Чё, сюда нельзя залезть, что ли? Чё? Что-то ты слишком жестко дал. Где ты там? Опа. Ну, найс, катают. Найс, тимится. Интересно, наверное, играть вдвоем. Просто бежишь, изи топ один и забираешь. Классно. Так, ладно, где там этот урод? Че, он стоит? Устраивает, что ли? Да, все понятно. Угу. Классно. Найс игра. Зашибись, мне нравится. Так, погоди, если этот даун в курсе про боевую снарягу, то ты ведь ничем не хуже. В общем, там в описании есть ссылочка, вот, по которой ты можешь получить сет боевого снаряжения. Ну и в придачу пулемет. Потом на сайте игры привяжешь телефон, короче, и пойдешь на ПВЕшках, быстро раскачаешься. Ну или можешь взять любые другие пушки, которые там предложены. Вот, только это, если у тебя какие-то знакомые заднеприводными захотят стать, ты им про эти ссылки не говори, ладно? Ну и если каким-то чудесным образом ты смотришь видео по Warface впервые, и это, к сожалению, оно, то знай, в Warface читаков уже совсем немного. Это мой первый читер за последний, наверное, ну, месяца три. Преувеличивать уж не буду, но месяца три точно я не видел ни одного читера. И это был мой первый. Фу, аж звучит даже как-то противно. Так, пока не забыл, надо на него жалобу отправить. Может, его прямо во время катки забанит. Не, ну чел. Так, надо вот такую вот жалобу отправлять. Во, идеально. Welcome to the club, buddy. Всегда хотел поспектакить читака. Спасибо, виду от первого лица. Опа. А, ну это те челы, которые тимятся. Они его сейчас срезать будут или что? Так, в смысле? А-а-а! То есть эти пидарки вместе с ним. Найс, катаете, ублюдки. Классно вам, наверное, да. Интересно, они ему заплатили или нет? Так, один. Жалоба отправлена. Где он? Вот. Классно катают. Ну, давайте посмотрим, что он могёт. Хорошо, что сейчас... Зачем им пушки? Зачем им пушки? За них читер. Который пойдет сейчас, я больше чем уверен, и всем кабины проломит в подкате. Так вот, хорошо, что сейчас на РМ их практически нет. Нет мотива. Нет читера. Вот ты, сука, ублюдок. Там же даже не было чела на экране. Как он их убивает? Бля, никогда не забуду те времена, когда просто чел стоял с респы, минус лица делал. А чё он сейчас-то так не сделает? Чё он время тянет? Кайф. У меня аж игра зависла. На секунду. Заебись, и чё? Чё делать будете? Угу.
Лаборант. Красава, красава. Наверное, сейчас я такой сидит по щечкам хлопает. О, топ-1, бля. Ну где ты? Идет. Давай, ваншот. Не, сука, это нереально, блядь. Ага. Ну и чё, Юра, опять второй топ будешь брать? Сидит, блядь, крысится. Господи. О, понятно. Понятно. Даже в голову не попал.